И снова здравствуйте, друзья! Мы опять в цеху, у нас очередной новый проект. Но сегодня все как вы любите, бюджетный вариант, то есть кухня до 2000 долларов. Она даже дешевле, по-моему, в районе 1800 баксов стоит. Сам проект, вот он у нас. Покажу, сама кухня, она небольшая, потому что квартира в старом доме, то есть старая планировка, и кухня, соответственно, очень маленькая. То есть будет она вот такая. Корпус у нас ДСП Кроношпан, вот такой он серенький, называется он серый шифер, почему-то не знаю почему шифер, ну ладно, кто-то видел серый шифер. И фасад у нас будет от АГТ, вот с такой вот волной. Вот, ну это все надо как-то смотреть на свету, потому что мало его видно. Называется он «Белая волна». Вот как-то так. Все кромковано. Это пурклеем. Там у нас просто белым клеем закромковано все. Направляющие у нас будут тандем частичного выдвижения. Петли Блюм. Будет столешница Эгер Дуб Бордолина натуральный. Будет голая ручка профильная Ферро Феори. Ну и вроде бы все, то есть ничего тут такого. LED-подсветка будет, 120 диодов по стандарту на метр. Будет сенсорный выключатель, также в этой кухне мы умудрились впихнуть посудомоечную машину на 450 мм. Ну и сушка самая обычная от Race. Столешницу я не знаю, есть ли смысл показывать, Дуб Бордолина в этом году нашумел, то есть его ставили чуть ли не в каждой кухне, только у нас этих столешниц установилось очень много, только у нас, я не говорю за других ребят. Саму контрольную сборку я вам, скорее всего, показывать не буду, потому что нету смысла, она будет точно такая же, как и все. Что тут еще по этой кухне? Понятно, что мы по бюджету в любом случае ставим сюда навесы Комары стандартные, потому что они лучше всего держат и с ними меньше всего геморроя и проблем. Ну и тут ничего такого больше, то есть пенал, пару корпусов. Это все мы соберем, сейчас упакуем и, скорее всего, уже потом пока покажем вам монтаж, потому что там тоже нужно обходить и вытяжные каналы, и это все нам надо будет по месту красивенько сделать. Вот. Так что мы тут собираем, может быть, когда соберем корпуса, я вам еще немножко покажу, а в любом случае на монтаже вы уже увидите ее полностью. Приехали мы на монтаж, видите сами, помещение маленькое. Как говорится, в тесноте да не в обиде, но как-то сейчас будем разбираться. Кухня будет стоять вся здесь. Ну, сейчас разгребем, покажу немножко больше. Мы уже немножко эту кухню выставили. Блин, развернуться вообще реально негде. Тут, так, тут снимать даже не то, что таймлапс, тут вообще ничего снимать нельзя. Вот, пенал стоит. Стены, конечно, желают быть лучше, но мы это все подрезаем по месту. Очень много делаем резов всяких, потому что и трубы, и всякая вот ерунда. То есть под вент-каналы у нас это все прорезано, все сделано. Но вот такие моменты, это все мы режем по месту. Вот. Я сейчас начал сверлить уже верха. Тоже есть завал не только угла, а и плоскости. Это все тоже будем выводить в один уровень. И после того, как мы уже закончим кухню, заказчик выложит плиткой кухонный фартук. И на этом как бы, проект будет закрыт. Но я думаю, что мы этого уже не увидим, потому что сегодня кухню мы закончим. И потом сделаю вам полный обзор этой кухни в такой маленькой квартире. Так, все кухню закончили. Давайте с верхних секций начнем. Напомню, что фасад верхний это АГТ пленочный. Вытяжка у нас обычная элика. Ну тут сушка. Угловая секция. Есть сенсорный выключатель по стандарту, тот, который мы используем. Вот. Ну и пенал. Духовой шкаф Bosch. Микроволновка отдельно стоящая Samsung. Ну и под ним выдвижной ящик тандем от Блюм. Так, корпус с мойкой. Мойка врезанная Франке. И выдвижные ящики. Тут лоточек. Тут пустой, пустой. Посудомоечная машина Bosch.
Ну и тут такие же выдвижные ящики. Есть голоручка. L-образная и C-образная. Ну и цоколь тоже из DSP. Столешница, соответственно, тоже. Есть еще варочная поверхность. Фирма No Name. Или Use какой-то. Вот. Ну, борта тут нету. Тут будет плиточка. И у нас стык это под еврозапил. В принципе, тут все. Такая кухонька вышла. Сделали мы его еще перед Новым годом, но она у нас пролежала практически, наверное, 2 месяца в цеху, никак не могла смонтироваться. Но наконец-то мы ее заказчик установили. Заказчица довольна. Надеюсь, напишет нам отзыв на Фейсбуке или в Инстаграм.